При выборе постоянного места жительства смотришь на наш город и понимаешь, насколько у нас огромное количество районов. И мы решили выйти на улицы города, чтобы спросить горожан, а куда бы они хотели переехать. Поэтому поехали! 100% центр. И я есть в центре, ну и живу в центре. А почему? Все. Ну тут все доступно в пешей, как сказать, в пешей доступности, да. Набережная, кафешки, спортзалы, я не знаю, да что угодно. Классно. Пашины. А почему? Живой, молодой, развивающийся. Мне нравится Октябрьский район, там красиво, благоустроено. Много детских садов больше, чем... Я вот сейчас в Свердловском живу, а там в Октябрьском лучше. В Октябрьском районе, там он родной район, как бы больше привык. Так нигде больше не нравится, как там. Ну, возможно, Ветлужанка. А почему? Ну, наверное, наиболее чистый район. Не наиболее, а может быть, один из чистых районов. А я бы за город, так что не подходит ответ на вопрос. Ну, наверное, нет центральной здесь парковаться нигде. Какой-нибудь другой, не знаю, сложно сказать. В Таиланд я хочу. В Таиланд? Да. Красноярск мне не нравится. На самом деле, солнечно. А почему? Ну, там как сейчас новостройки, там все новое, там также есть... парки и так далее, все новое строится. Но там интереснее сейчас, как бы, все заново, грубо говоря. Не знаю. Ну, может быть, тоже Ветлужан. Ну, кроме Центрального и Советского, нет лучше ничего. А почему? Нравится инфраструктура. В любую точку можно добраться. Вот, красиво. Советский. А почему? А у меня там внук живет в Советском. Это и мне там причина. Очень нравится, да. Ни в какой, я бы в своем осталась. А я здесь живу в центре. 35 лет. И вам все нравится в центре? Все нравится.